Всем привет, всем добро пожаловать на канал Welcome Hell. Надеюсь, микрофон работает. А может и нет, не знаю. Добрый день. Так, ладно. Я думаю, за монету можно покупать что-то. С помощью цепа, например, такого, как у...
Может, дождь пошел. Ну, это по фильму, типа. Среди зелень полно трав, у которых вы можете выменить. Нужен этот. В ведре рядом с торговцем отображается количество и вида добычи, на котором торговец согласен. Ну нет, столько типа. Да, если был бы бесхозный, скажем, товар, который, ну, не особо нужен, типа, который мало где используется, тогда да. Видите, я не могу, типа, потому что, ну, потому что это сюжет. Только герои невысокого роста могут пролезть. Да, мне нужен кто-то другой человек, ну, персонаж, поэтому только так. У, я помню это место. Я на самом деле не знаю, что я смогу. С помощью лука, например, такого как у можно поражать стрелами. Из полезной карты я не могу найти ни сокровища. Даже такой маленькой. Так, колодец, колодец. Так, глянь-ка. На это кус он совсем пришел в запустение. Это никогда не годится. Если тебе вот этот силенок и его умение, можно вырастить мне новый колодец. Это было бы очень кстати. Колодец, колодец, дай воды напиться.
Колодец, колодец. Ё-моё. Видите, я не смогу. Он мне нужен. А подожди, я могу, могу? Нет. Не смогу. Так. Ну, колодец прекрасно, просто прекрасно. Я вообще тебе от радости. Огромное тебе спасибо за помощь. Возьмите в руки лопатку и нажмите И, чтобы вырастить. Растение из Лего. Лопату? Серьезно? Тут будет... Оружие взрывного действия можно разрушить. А, то есть это не оружие. То есть магическое оружие. То есть магическое оружие это. Это не подходит. Ну серьезно. Вообще-то нет, вообще-то. Да я не сюда хотел. То есть я могу гулять по Средиземью. Нет, я знаю, куда нам идти. Нам надо. А, это человек или кто ты? Нифига себе. Тут
Тут у меня открыта полностью карта. Могильник. Давай слушаем. Буду. Это типа гуль? Ну ладно. Вот сюда можно. Можно пойти. Да, я пока им получается, но карта. Картки. Ну, я имею в том плане, что пока обследуем местность. Интересно, насколько она вот туда я могу пойти, или... Мне кажется, нет. Да, это уже конец. Ну, тут можно тупо поиграть за этого... За гнома. Бри. Я не знаю, что за бри. Ладно, туда мы сходили, пошли сюда. А нет, тут мы были. Да, точно, мы тут были. А, вот куда надо идти. После долгого путешествия по Ширу и за его пределами Бильбо и Генри Сирой нагнали отряд гномов. Настало время приключений. Бильбо, стой! Я подписал. Ну, типа, я согласился. Добро пожаловать, мистер Бэксел, в отряд Торин Дубощита. Угощайтесь. Нет, стой, подожди.
предание об с помощью Лего посоха, например, так как у можно выстрелить колонну из гномов, нажми и это типа лестница. Ну иду, я иду.
Что это было? Орки. Их здесь целый дюжин. Думает смешно. Думаете, это смешно? Думаете, ночные набеги орков — это шутка? Мы ничего такого не имеем в виду. Вы ничего не знаете о мире. Не обращай внимания. У Тори предостаточно причин. Ненавидит орков. Когда дракон захватил одинокую гору, король Трора попытался отвоевать древнее королевство гномов. Но наши враги определили нас. О, войнушка. Море было захвачено легион орков, который ввел самые жестокие из них расы. Блин, ну 2 FPS это ничего. Азок осквернился. Это гигантский орк из горы Гунбальда делал клятву из трёх потомков Дурина. Войны никогда не меняются, блин. Эй! Ты ёпарас это. Нажмите и чтобы обидеться на парня, нажмите вот, чтобы...
Блин, ну... Так, ладно. Ты не ты.